подъезда не ловят ни под какими предлогами. Я искренне надеюсь, что получится скинуть с хвоста и педолобби. Хотя, по сути, нарколобби должно быть намного сильнее. Кто такие педофилы? Ну, жалкие извращенцы. Наркоторговля – выгодный бизнес. Однако оказалось, что скинуть нарколобби проще. Я в Россию возвращаться не собираюсь. Мало того, я скажу честно, даже если это уголовное дело будет закрыто, потому что оно фальсифицировано от и до, сфальсифицирована этнолингвистическая экспертиза, мне приписаны слова, о которых я вообще не говорил. Ну и, несмотря на все это, совершенно очевидно, что дело не в каком-то обзоре фильма, дело в педолобби. Поэтому, в принципе, возвращаться до тех пор, пока участники этого педолобби не будут наказаны, пока не будут наказаны оперативные сотрудники ЦП, пока не будет наказан следователь, пока не будут наказаны эксперты, то есть все, кто принимает участие в этом заговоре, смысла нет.